Ну что, друзья, приветствую всех на канале Хаймком, и в этом ролике мы с вами поговорим о вообще, что дальше нам делать с рынком криптовалют, куда движется мировая экономика и что мы будем делать в этом случае, как извлекать прибыль с рынка. Поехали. Откроем график биткоина, и мы видим, что у нас особых изменений нет, но у нас есть такая вот зона, после которой мы, соответственно, немного отскочили, да, то есть вот эта зона, я выделял ее зеленым цветом, это зона поддержки, которую мы уже держим достаточно давно, это район 28 тысяч, где-то так, 27 100, где-то так, вот, соответственно, здесь у нас весь объем, здесь у нас копили банки, копили фонды, и что мы видим дальше? У нас инфляция разгоняется, ставку ФРС, как и говорилось в прошлом ролике, ФРС повысила. В следующем году ожидается снижение ставки. Вероятнее всего ее будут снижать, потому что иначе, соответственно, будет все хуже и хуже. Рынки могут рухнуть, но это уже будет, может быть, ближе к концу года. Пока что я жду по биткоину финальное ралли, да, финальный рост. Даже может район 36 тысяч, как ранее обсуждалось, или даже в район 40, но мы этого не знаем. Чем дольше мы здесь копим, вот это все копим, да, тем сильнее будет дальше выстрел, который мы можем увидеть, собственно говоря. Вот, поэтому смотрите, что по биткоину, какие у нас сценарии есть. У нас вот есть такая вот поддержка, да. В случае того, если биткоин сейчас уйдет ниже 28 300, у нас финальная вот как бы зона там 26-27 тысяч, даже вот в район 25, если у нас вот так вот будет такой вот импульс вниз, что может быть вероятно, да, то здесь начнут все откупать, и мы можем вот как бы выйти вот таким же движением. То есть смотрите, если взять фрактал, да, допустим, возьмем вот этот фрактал. Вот этот фрактал получается. Так, минуту. Сейчас мы сделаем. Вот этот фрактал возьмем. Сейчас давайте его изменим под. Все будет синим цветом. Вот у нас фрактал, который может быть реализован. Смотрите. Падение в район 26-27 тысяч и улет в район 36, формирование какой-то базы. То есть, возможно, скорее всего, будет вот такой вот сценарий. Поэтому смотрим, наблюдаем. Какой еще может быть? Еще может быть вот такой, да? Сейчас сделаем. Может быть вот такой сценарий, да? А потом уже, соответственно, вот такой вот. Там в район 32, что тоже не исключено, но как бы в район 23, ну, маловероятно, да? То есть, допустим, если вот брать отсюда, вот в район там, да, 25, вот так вот кольнем и пойдем выше, вот. Такие два сценария, либо вот с текущей, да, там пойдем вот так вот. Такие вот два сценария, ну, имеют место быть. Но я все же склонен более к такому сценарию, что мы еще раз протестируем 27 тысяч и уйдем уже, соответственно, до 36. Не можно уже начинать фиксировать какие-то позиции. Соответственно, если брать по объемам, да, каким-то, что у нас по объемам вообще, где они сформированы сейчас, то весь объем сформирован в районе 29-30 тысяч. Вот он. То есть, как бы говорить о каком-то снижении, да, пока нечего. Вот. Но ниже 20 вряд ли пустят. Скорее всего, что у нас наверху? Наверху у нас тоже особо объемов нет.
Давайте смотреть уже более повыше, да? Вот, вот здесь есть объем, видите, 41 тысяча. То есть, скорее всего, мы туда и придем. Вот, вот эта зона, давайте ее выделю. Мы, скорее всего, туда и придем. Вот эта зона. 41 тысяча, где-то 40. Возможно, мы туда и придем финальным нашим движением, которое может быть вот так стремительно, просто снося все, что здесь на этом пути. И уже оттуда мы, скорее всего, друзья мои, начнем затухание, формирование какой-то базы и какой-то слив. Если это будет снижение ставки, то рынки рухнут. То есть мы будем как бы вот так вот лесенка, лесенка идти. И вот это все движение вот так вот можем, в принципе, рухнуть. После чего, образовав еще одно дно, и на халвинге уже там какой-то вот такой взлет лестничный, соответственно, тоже мы можем увидеть типа такого, да. Тут тоже сформировали вот здесь дно, видите, сформировали вот здесь дно, такое вот тоже, как бы, ралли было, спустили и погнали дальше. Здесь то же самое может быть, только более в таком формате. Вот, соответственно, сформировали и погнали ралли на перехай куда-нибудь, да, то есть там надо реально огромные объемы, но пока что маловероятно, поэтому следим дальше, что у нас по индексам, да. Давайте посмотрим на фьючерсы, на CME, что у нас по фьючерсам. Ну, как говорю же, гэп 36 тысяч мы должны закрыть в любом случае. Вот, смотрите, фьючерсы у нас в лонговой зоне, да, как бы вот гэп закрыли. Где тут еще есть гэп какой-нибудь, если не ошибаюсь, ну, кроме 20 тысяч. Ну, вроде все, мы закрыли все гэпы, здесь закрыли. И вот этот гэп, а, нет, вот это мы не закрыли, поэтому, вероятнее всего, мы пойдем его закрывать. Хотя, смотрите, уже цена как бы уже там, она закрыла его, скорее всего, да, 28 600. Вот, поэтому дальше по альткоинам пока ничего не вижу по альткоинам. Все ждут альтсезон, видите, все альткоины у нас спустились на дно, поэтому вероятнее всего мы увидим альтсезон чуть позже. Вообще, если не знаете, где торговать, на какой бирже, вот все это покупать, вы в ссылке в описании можете перейти, зарегистрироваться. Биржа Bybit — самая надежная биржа на каждый день, на которой я торгую, соответственно, и выгодные условия от меня до 5000 долларов на пополнение. Поэтому регистрируйтесь, пополняйте, поторгуйте, попробуйте неделю и уже для себя решите, нравится вам или нет. Aptos очень-очень сильно просел, да. Я добираю Aptos, вероятнее всего, вот это все накопление они потом реализуют. Поэтому Aptos — фундаментальный проект. Rocket Pool я брал по 51, где-то так. Вот он сейчас идет в завершающую стадию. То есть, скорее всего, да, мы можем еще увидеть рост к 63. Поэтому Rocket Pool я держу. Это ликвидный стейкинг. Далее, что у нас по другим рынкам? Нефть отскочила. Где у нас тут золото? Золото я прокатился на росте, соответственно, как я говорил в прошлых видео. Весь у нас объем вот скопил в районе 1990. Можно будет пробовать, но, скорее всего, золото может еще скорректироваться. По оптимизму я вышел, потому что сейчас будет период разлоков. Видите, он 2,2 пробил. И как бы уже он мне не нравится. В общем, я вышел с оптимизмом. По спайдеру, да, можем еще видеть ралли 430. После чего какой-то крах рынков. Это вот уже, наверное, осенью. Индекс доллара по-прежнему ниже 101. Я жду шорт. Соответственно, биткоин — прострел вниз, точнее, вверх по биткоину. E-Gold я накапливаю, продолжаю покупать. Этот диапазон очень сильный.
Я вам говорил уже про него. Вот у нас весь объем вот тут. Поэтому это все накопление, это большое накопление, оно имеет место быть. В нем нужно покупать. Просто после чего вот это все накопление, оно может реально дать реально офигенный прострел. Поэтому ждем. Что касается других там лайткоина, да, лайткоин я тоже накапливаю. Я выбрал по 91, сейчас еще докупил по 83. Вот, если еще пойдет ниже, но вот он пока что держится выше 200, и я буду его как бы откупать на халвинг. Идея с халвингом, соответственно, в район 130 долларов можно увидеть альт-сезон. Вот, пока что ждем. По облигациям, соответственно, тоже видите. Пока поджимаем, пока ничего. Облигации скупают немного. Так, далее, что у нас по доллару? Коррекция, можно будет откупать. И давайте посмотрим ликвидации, что у нас по ликвидациям. Какие у нас были ликвидации, смотрите. Ликвидация у нас вчера ликвидировали 105 миллионов лонгов. Смотрите, какая закономерность. Когда ликвидации снижаются, видите, рынок начинает расти. Здесь опять ликвидации снижаются, рынок стоит. Я ожидаю такой же вот рост, как и был. 31 тысячу. Вот поэтому еще один фактор подтверждения. Также я для вас в телеграм-канале, кто не подписан еще, подпишитесь. Ссылка будет в описании. Выложил сервисы для аналитики проектов и, соответственно, отслеживания кошельков. Первый из них, это один из них, это DeFi Llama. Можете следить за разлоками. Также эти сервисы будут в телеграм-канале, поэтому подпишитесь обязательно. Если вы хотите находить вообще движение, научиться находить движение, научиться заходить в сделки, выявлять зоны, где заходить и на этом зарабатывать, потому что чтобы научиться, нужны знания. А знания вы можете получить у опытного наставника, который уже давно в рынке, который поможет вам, соответственно, извлечь эти знания, применить их на рынке, найти точки входа, войти в них и заработать свои первые деньги. Деньги можно зарабатывать хорошие, поэтому если вы желаете научиться трейдингу, соответственно, извлекать прибыль с рынка, поэтому приглашаю вас на наставничество. Ссылка будет в описании. Мой личный телеграм-канал, мой личный аккаунт. Пишите мне личное сообщение, что вы планируете научиться трейдингу, и я вас научу, соответственно, на личном наставничестве. Поэтому ссылки все будут в описании. Все, ну на этом все. В принципе, я озвучил. Давайте подытожим. Если мы идем ниже, да, подходим к этому уровню, я буду добирать лонги. Если мы пойдем с текущих, я ничего не буду добирать. Соответственно, мы пойдем уже на прострел. Ставки повышены, да, все. Теперь задача крупных денег разогнать эту всю историю. Вот, поэтому два сценария пока я озвучил. Дальше вы думаете сами своей головой, анализируйте рынок. Если не умеете, то опять же на наставничество. Все, всем пока. До встречи в следующих видео.